Привет, дорогие друзья! Вот сегодня последний мой выпуск из плейлиста «Взрыв из прошлого», где я занимался по программе 2000 года. Сегодня я расскажу про последнюю тренировку, как она у меня прошла перед проходкой. Я ее затрагивал уже в прошлом выпуске, но сегодня я более подробно о ней расскажу. И расскажу о самой проходке, какие у меня цифры были, какие веса. Многие уже видели видео, которое мне удалось записать. По два последних подхода приседаний, к сожалению, мне не удалось записать. А жим лежа и становую тягу я записал, выложил. Кто-то уже видел, может быть, кому-то уже этот выпуск будет и не интересен. Ну а кому более подробно хочется узнать о моей проходке, последней тренировке, то милости прошу просмотру. Итак, давайте разберем мою последнюю легкую тренировку. Кстати, все переписал. В два дневника у меня уложились все 3 месяца. Вот так вот все красиво. Первая часть и вторая часть. Теперь это уже проверенная система, которая, могу сказать, что работает действительно. Так что могу по ней читать, могу по самому дневнику, по которому я тренировался. И вот последняя тренировка у меня прошла 23 апреля. Она была у меня легкая. Перед ней я отдохнул 3 дня, то есть у меня была 20 апреля тяжелая тренировка. Далее я отдохнул 3 дня. И 23 числа у меня была легкая тренировка. Я делал 3 базовых упражнения в этот день. Приседания, жим лежа и становая тяга. Ровно в таком же порядке, в каком я и делал проходку. Итак, у меня все подходы были по 5 повторений. Первый подход в приседаниях у меня был 50 кг разминочный, второй разминочный 70 кг и 3 подхода в 5 повторениях на весе 100 кг. Жим лежа у меня был также первый подход разминочный 50 кг, второй разминочный 70 и 3 рабочих подхода по 5 повторений с весом 80 кг. Становая тяга. Первый разминочный 70 кг, второй разминочный 80 кг и 3 рабочих в 5 повторениях с весом 120 кг. Далее я отдохнул 3 или 4 дня, уже точно не помню, и вот вчера, 27 апреля, у меня была самая тяжелая тренировка, к которой я шел все эти 12 недель. Итак, начнем. Первым упражнением у меня были приседания. В них я тщательно размялся. Первый подход я выполнил разминочный с весом 80 кг на 5 повторений. Второй подход у меня был 110 кг на 3 повторения. Третий подход у меня был с весом 150 кг на 2 повторения. Четвертый подход с весом 160 кг на 1 повторение. И далее у меня пошли рабочие подходы. В первом подходе рабочим я сделал 165 кг на 1 раз. Во втором 170 на 1 раз. В третьем 175. Но так как мой напарник, который меня страховал, не обратил внимания на глубину моего седа, мы решили сделать четвертый подход в приседаниях с этим же весом 175 кг. Ему показалось, что я легко сделал, но не досел. Мне пришлось с этим же весом 175 кг сделать еще один подход. Сел я ровно в параллель, как мне сказали очевидцы, кто видел. Говорят, что в принципе ты сел ровно в параллель, но на соревнованиях такой подход могут засчитать, могут не засчитать. То есть 50 на 50, но сел легко. Можно было попробовать 177,5 кг, но такая беда, что я занимался старым грифом советским, тем же, которым я делал становую тягу. Он четкий, прочный, не гнется при весе 100 кг, как некоторые сейчас современные, которые продаются. Там 100 кг вешаешь, приседания делаешь, и он уже вот так вот весь болтается. Этот нет, четкий. Ну, на него, к сожалению, не было дисков по кило 250. То есть получается, что разбег в 5 кг. Ну, а 5 кг прибавлять 180 я почему-то побоялся. Вторым упражнением у меня был жим лежа. Также у меня было
4 разминочных подхода и 3 рабочих. Первый разминочный с весом 50 кг на 5 раз. Второй разминочный с весом 70 кг на 3 раза. Третий разминочный с весом 90 кг на 2 раза. И четвертый разминочный 100 кг на 1 раз. И далее пошли рабочие веса. Первый подход рабочий 115 кг на 1 раз. Второй подход 120 кг на 1 раз. И третий подход, опять же, из-за того, что побоялся делать разбег в 5 кг, но я делал уже на обычном грифе, на легком, на тоненьком, и навешал 122,5 кг. То есть удалось набрать 2,5 кг маленькими дисками, и получилось 122,5. Но сделал я, как вы видели, страхующий даже, ему слегка показалось, что меня заваливает, выжил я сам, он мне помогал, но на пределе возможности, так скажем. Третьим упражнением была становая тяга. Становая тяга меня порадовала еще больше, чем приседания. Первый подход разминочный у меня был с весом 90 кг на 5 повторений. Второй разминочный 120 кг на 3 повторения. Третий разминочный 160 кг на 2 повторения. И четвертый разминочный 170 кг на 1 повторение. И далее пошли рабочие подходы. 180 я сделал довольно-таки легко, чувствовал себя отлично. 190 кг тоже сделал легко, чувствовал себя тоже неплохо. Ну а далее хотел попробовать 195, ну а решил или пан, или пропал. Повешал 200, и как вы видели, не скажу, что очень легко, но 200 кг поднял. Так что вот такие вот цифры. В итоговой тренировке, по которой я занимался 12 недель, которую я назвал для себя, как здесь написано, «Назад в будущее». Это был мой эксперимент над собой. Многие проводят эксперименты над кем-то, а я вот провел эксперимент над собой. С этого эксперимента я не смог убежать, чтобы потом искать себе же оправдание, что либо я заболел, либо у меня были камни в почках, либо геморрой вылез. Ну вот, не стал я себе искать легких путей. Весь 12-недельный комплекс я прошел от и до, от первой странички до последней. И вот такие результаты. Но, естественно, я помню, что в 2000 году, когда я по нему отзанимался, я пожал 125 кг. В этот же раз приседания я увеличил на 10 кг, потому как у меня в 2000 году были приседания 165. Сейчас я присел 175, то есть на 10 кг в плюс. Жим лежа, пожалуй, на 2,5 кг меньше, чем в 2000 году. А становая тяга была, по-моему, такая же, 200 кг. Хочу вам всем сказать спасибо, что вы были со мной на протяжении всех этих 12 недель. С одной стороны, я рад, что этот комплекс наконец-то закончился, что я подвел итог, черту, что меня результаты комплекса, можно сказать, даже порадовали, потому что теперь я могу точно кому-то сказать с уверенностью, кто у меня спросит, что годы, так скажем, не помеха, если есть желание тренироваться. Да и деньги особо тоже не фартанут, если у вас особого желания тренироваться нет. Как известно, я не миллионер, зарплата у меня тоже не ахти какая, особенно в наше время кризиса, когда кто получал 20 тысяч, в итоге сейчас получается, как будто бы это 10, а кто получал 10, как будто 5. Вот так вот. Ну, тяжело всем, не только мне, поэтому оправдываться не буду, плакаться тоже не буду. А скажу так, кто хочет заниматься, тот будет заниматься, а кто не хочет, тот будет ныть, то у него спина болит, то голова болит, то жопа, то денег нет, то семья изматывает, то еще что-то. Ну вот, на этом я заканчиваю свой выпуск. Дальше, надеюсь, у меня еще для вас будут интересные какие-то проекты над собой, эксперименты. Ну а на сегодня все.
Всем удачи, добра, позитива. Всем пока.